Транспортерная линия 1,5 метра длиной, ширина 20 сантиметров. Это направление движения вправо, влево. Выключаем. Это скорость. То есть сейчас это вот максимальная скорость. Это минимальная. Можно поставить в другую сторону. Максимальная скорость. И направление также. Линия укомплектуется направляющей с одной стороны. При необходимости есть разъемы, можно доукомплектовать направляющие с другой стороны. Также есть разъем для монтажа маркировочного принтера встраиваемого. Вот такие. Есть еще технологический разъем, также можно смонтировать или маркировочный принтер ручной, или в таком положении, сбоку, сверху. Также есть ручные маркераторы, которые ставятся на эту линию, вот на таком кронштейне. Они также могут наносить сверху продукции маркировку или сбоку.